страшного, у нас есть салфетка. А вот так листочек перевернулся. Вот здесь сверху. Да. Да, правильно. Еще раз давай. Проводим. Сверху вниз. Сверху вниз. Еще. Нет, нет, с этой стороны. О, ребят, у Тимура у нашего почти получилось. Дайте мне поговорить. Ребят, так, еще проводим. Сверху вниз. Сверху вниз. Краска стекает. И у нас прорисовывается, кто это, Юра? Как ты думаешь, кто это? Цыпленок. Посмотрите, у Юрочки получился цыпленок. И у нас, да, я думаю, курочки. Курочки. Хорошо. Ребят, вытирайте ваши руки. Вытирайте ваши руки. Да. Подходите сюда, давайте мы посмотрим, правильно ли мы с вами угадали. А я и спрятался, да? Спрятался, ну ничего страшного. Давайте мы подошли сюда, посмотрим, кто нас встречает. Пестунок! Цыпленок! Подойдите сюда, камеру. Вижу, чтобы мы видели. Пестунок! Давайте поздороваемся с цыпленком. Здравствуй, цыпленок! Здравствуйте, ребята! Как вас много, какие вы красивые и веселые. А вы любите играть? Ребят, мы любим играть. Да. Да. Я очень люблю клевать пшено, и в нем я спрятал маленькие сокровища. Найдите их. Ребята, цыпленок предлагает нам с ним поиграть, с волшебным пшеном. Подойдите, пожалуйста, сюда. Посмотрите, у нас здесь стоят наши тазики с волшебным пшеном. Подойдите, чтобы всем хватило места. Мы в нашем пшене будем искать волшебные сокровища, да? Но искать, подождите, мы будем одной рукой, правой. Поднимите правую руку вверх, которой вы кушаете. Правой, хорошо. Так, правильно, молодцы. А левую спрячем за спину. Левую ручку спрячем за спину. Опускаем ручку в пшено и находим сокровище. Так, ничего страшного, находим сокровище. Так. Одно сокровище только, Ульяна. Все нашли сокровище? Посмотрите, что это, дети? Что это? Шарик. Катюш, у тебя есть шарик. Катюш, у тебя какого цвета шарик? Вот. Желтый. Ульяна, у тебя? Зеленый. Молодец, Юра. Денис? Так, а у нашего все, больше по одному только нашли предмету. Тимофей, у тебя синий, а у Тимура? Желтый. Хорошо, пойдемте покажем наши сокровища цыпленка. Что мы с вами нашли? Подойдите, пожалуйста, сюда поближе, чтобы мы не загораживали нашего цыпленка. Так, внимание. Так, а мне неудобно. А вы неудобно? Встань поближе. Оля. Тимур, иди к нам. Так, что какие вы молодцы! Справились с моим заданием. Вам так весело играть вместе. А вот у меня друзей нет. И мне очень грустно одному. Ребята, цыпленок наш загрустил. У него нету друзей. Ай-яй, как мы можем помочь нашему цыпленку? Как мы можем помочь? Катюш, как ты думаешь? Юра, как ты думаешь, как мы цыпленку можем помочь? Дениска, ну что, мы можем ему помочь найти друзей? Да, мы можем помочь найти его друзей. Я предлагаю вам нарисовать ему друзей. Нарисуем? Да! Да! Хорошо, проходите, садитесь за столы, где, послушайте внимательно. Где лежит шарик такого же цвета, как у вас. Проходите, пожалуйста, находите то место, где лежит шарик. Да, такое же, как у вас. Катюша, пожалуйста. Да. Юра, ну-ка поищи место. Давай, мама, Юрочка, пойдем вместе, поищи место. Посмотри, у тебя такой же шарик, какого цвета? Зеленый. Молодец, Юра. Присаживайся. Шарики положите к себе на поднос, пожалуйста. Салфеточки
На поднос кладите все шарики. Дениска, положи, пожалуйста, шарики на поднос. Где у тебя поднос? Давайте, мама. Вот так, на поднос. На поднос положили все шарики. Хорошо. А теперь все красиво, ножки вместе, ручки положили на колечки и глазки на меня. Ребята, вы знаете много способов изображения цыпленка. А сегодня мы познакомимся с еще одним способом. Это рисование пера. Посмотрите, какой у нас должен получиться цыпленок. Вам нравится? Да. Да, хорошо. Для того, чтобы его нарисовать, нам необходима краска. Какого цвета? Золотого. Правильно, Ульяна, Денис, молодцы, ребята. Желтого. Положите пока свои кисточки, не трогай, да? Послушайте, ребят, для того, чтобы нам нарисовать нашего цыпленка, нам понадобится пена желтого цвета. Глазки на меня, внимание. Я сейчас покажу, как ее будем рисовать. Тимур, ты пока не трогай, внимательно-внимательно посмотри, хорошо? А потом будем рисовать. Все глазки на меня. Итак, посмотрите, нам необходимо кистью взять пену и нанести на заготовку. Вот какую? Вот таким образом, точечным движением, закрывая всю поверхность. Посмотрите, что у нас должно получиться. Вот такой цыпленок у нас должен получиться, да? И у нашего цыпленка не хватает что? Чего нет у цыпленка? Глазика, да. Мы нарисуем ему глаз краской из тюбика. А кто справится побыстрее, может нарисовать нашему цыпленку и крылышко. Крылышко. Прежде чем рисовать, давайте мы с вами, подождите, еще не все. Тимофей, положи, пожалуйста. Что мы еще с вами не сделали? Мы не подготовили наши пальчики к рисованию. Да? Подготовили? Возьмите шарик один в руку. Любой. Один шарик. Тимофей. Тимур, Юра, молодцы. Положите на ладошку. Другой ладошкой откройте, да? И начинаем с вами его катать. Руки шарики возьмем, ладошки проведем. Будет шарик танцевать, наши ручки разминать. Так, молодцы, какие у меня ребята. А теперь другую ручку переложили. В руки шарик мы возьмем, ладошки проведем. Будет шарик танцевать, наши пальцы разминать. Молодцы, пальчики наши подготовились к рисованию, да? А теперь мы с вами приступим. Подождите, что мы будем делать вначале? Скажите. Денис, что мы будем вначале делать? Вначале мы будем рисовать пеной, а затем что мы будем делать? Делать глазик. Глазик. Ну что, приступайте. Приступайте. Придвиньте к себе заготовочки. Возьмите пену поближе, поставьте себе. Наносите пены как можно больше. Еще раз набирайте пену. Посмотрите, как это делаю я. Сейчас давайте я покажу. Посмотрите, не бойтесь набирать побольше пены. Посмотрите, много прямо берем. И наносим. И еще раз берем. И наносим. И точечным движением распределяем. Да, вот так, правильно, Дениска. Не бойся, бери побольше. Побольше бери. Смотри, как я набираю. Побольше, да, набирайте пены побольше. И я вот. Тоже получится. Побольше, да, Катюш. У тебя тоже все получится. Я просто уверена в этом. А, Денис, посмотри, Катюш. Хорошо, Денис. Получается. Ульяна тоже старается мне. Юра, давай мы еще пены побольше наберем. Побольше, не бери еще. Бери прямо туда. И наноси. Вот смотрите. Так. Катюш, а у тебя пены мало. Давай побольше наберем. Посмотри, ребят, и вот таким вот.
носим пену и пучком движение. Вот так, хорошо. У Тимура такой получается пушистый цыпленок, красивый. Тимофей старается. Катюшка, давай я тебе покажу. Набирай побольше. Побольше, вот так. И наносим глазик. Кто сделал, не забывайте нарисовать глазик еще. Так, еще, Катюш, набирай. Хорошо, еще набирай. Так, еще набирай. Еще набирай. Так, а глазик, Тимофей, давай мы тебе посмотрим. Боже мой, что ты не увидел. Ага, здорово. Тимур, если ты справился побыстрее, можешь нарисовать крылышко еще, да? Я помню. Получается, да, Катюш, ты молодец, да. Здорово. Давай еще с тобой вот здесь закрасим поверхность. Ага. Распределяем по всей поверхности. И не забываем мы с вами сделать глазик. Я помню, получилось. Хорошо, хорошо. Давай еще ты перестань глазик. Поближе. Я тоже. Получается. А. Ага, все. Да. Ну, а теперь с вами спорт.
вашим крылышком. Мало того, что художники, вы еще и красиво танцуете. Ребята, а что же нам хочет сказать наш цыпленок? Давайте послушаем. Спасибо вам, ребята, за такой чудесный подарок. Я хочу угостить вас своими любимыми червячками. А спрятал я их в шкатулочке. Ребята, а мы можем есть червячков? Нет, но, наверное, это какой-то сюрприз. Давайте поищем червячков в шкатулочке и посмотрим, что у нас за червячки. Где это наша шкатулочка тут? А вот она шкатулочка. Давайте-ка откроем, посмотрим, что будет. Пока не трогаем. Что это? Червячки. Червячки не простые, а желейные. Правильно, Тимурка, да. Мы их сейчас покушаем, когда помоем руки. А что мы должны сказать нашему цыпленку? Спасибо! Пойдемте к цыпленку. Пойдемте все вместе. Спасибо! Подойдите к цыпленку поближе, чтобы мы его увидели. Давайте вот сюда ставим, ребят. Вот сюда. Ульяна, а тут детка нет. Так, Тимаш есть. И Юрочка, да? Спасибо, Семенов. Что вы скажете? До свидания. До свидания, ребят. До свидания. До свидания, цыпленок сказал. Ребят, а нам пора возвращаться в детский сад. Я взмахну своим перышком. Право, влево поведу. Перышко будет танцевать, моих деток удивлять. И мы снова с вами возвратились. Куда? Садик. В детский сад, правильно. Скажите, ребят, что мы с вами делали сегодня? Персоник. Что мы делали? Рисовали. Рисовали, друзей рисовали. Для кого? Для цыпленка. Для цыпленка. Червячков искали, Юра правильно сказал. Цыпленок. Ребят, а какой наш цыпленок? Ого. Желтый, как он еще? Пушистый, да? Ребят, а рисовали мы с помощью чего червячков? С помощью пены, да? С помощью пены. С помощью чего рисовали? Пены. Вам понравилось рисовать? Да. А вы научите своих пап, мам, друзей и знакомых рисовать? Тимур, научишь? У тебя хорошо получилось, ты молодец. Будешь учить других? Хорошо, молодцы. Спасибо. Мы уже сейчас пойдем, да? А что мы забыли сказать? Подождите. Спасибо. А что мы должны сказать нашим гостям? А ты, а ты, а ты, а ты.